Так, давай-ка глянем. Надо Есть. развалить только вражеский штаб. То есть, все, постройки другие не надо валить. А, за 10 минут это сделать надо. И чтобы ни одного из И командос не сохранить убило. всех команд. Давай глянем. Нам, наверное, сейчас дадут просто главную базу, кучу командос и сказать, и скажут, типа, иди, делай. О, это, кстати, самая первая карта, вроде как. Да, Работа 10 она командос. самая. А, ну да, тебе 5 и мне 5. И ядерку, кстати, Ой, ядерка. дали. Дали ядерку. Ну, устроим ядерку. А у нас денег нет на это. Пошли, там я перед ящики, может быть. Сундучки! Ящики! Давай, я один, ты второй. Да-да-да. Эй! Ой. У меня с тобой разрыв. Есть, не хватало. У меня с тобой разрыв. Не знаю, я нормально. Постоянно только что писала, типа, разрыв связи. Я Так. бегаю? Да-да-да. Ой, на нас нападают. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Я отойду на Уходим, базу. уходим, уходим. Нет, 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 нет. Капец, это убегал. Чините его, пацаны. Так, а нам денег-то не дали. Ну ладно, поставим строиться. Надо искать. Только ядерка и все. Так, Блин! отступаю. Так, там еще я вертолет вижу это на зло. еще есть по двум частям. Ладно, я пойду направо. А как-то по-хитрому это А сделать, вот и обойти. деньги. Ну а как-то очень Так, по-хитрому. Ракетную мы справимся, турельку. А где ты деньги нашел? На возвышенности был. Все, рип. Нет. Ой, я еще жив, как я жив. А снайперы, тут куча турелей кстати, было. Могут уничтожать. Капец, тут куча турелей было. Я как я вообще выжил, я не знаю. Вот эта миссия интересная. Немножко Да. скреативничали. Побольше бы таких. Скреативничали разработчики сейчас. А вот и деньги, да. Сколько там дали? 500 всего. Неплохо. В жерле вулкана еще есть деньги. Да что вы да, тут делаете? Туда попробуй зайти, там куча турелей. В жерле вулкана? Прям там внутри? Да. А, не, ну там на этих. Обходить надо по огоньку прям. Можно обойти, ничего страшного. Кстати, а как ты там зашел? Там же турели были. Я их выпилил и все. А, да? Да. Просто они как-то напугали меня до усрачки. Ладно, попробуем. Нет, ну, там хотя даже да. ракетные, это можно даже эти. Со спецназом. Ой, ядерка, ядерка. Можно даже пулеметные попробовать. Ну, пулеметные я не да, буду лучше искушать судьбу. Можно группой забегать и выдербливать пулемет. Опа. Ай, нет, вертолет! Все. Ты одного потерял. Ладно, да. давай хотя бы за 10 минут это попробуем сделать. Хорошо, давай, так сделаем. Да тут вертолет, сука, и ничего с ним сделать не могу. Я просто зря ломанулся на пулеметные. Там две пулеметные были, и я решил их Да я понял. вынести. Фу, Если капец. Бы я этого не делал, то. Как тут вообще жить-то, а? Это легко выполняется, даже на сложном. Ну да, да. Ну просто надо как-то, я не знаю. Тактику выработать. Тогда ядерку уже поставим. Отходим, 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 отходим. Так, надо, короче, как-то зайти в жерло прям вулкана. Там, да, там куча ящиков. Все. Уничтожены. Ох, тут турель, оказывается, все это время была. Надо как-то, да, туда залететь по-быстрому, забрать ящики. Горим, пацаны. Горим. Vehicle crate? О, там был, там был... Там был Харвестер! Там Харвестер был. Круто. А, у нас нет этой... нефтекачалки. Ну ладно. Так, ты пошел на ту базу, да? Все, да, я пошел попробую пулеметы пронести. Давай. Ай, как горим, пацаны! А, нет, не получилось. Чёртовы вертолеты! А, они... снайперы вертолеты валят? Как я да. долго спал? Я думал, они не умеют вообще ничего. Ну, я думал, только они пехоту валят и все. Они крутые. Да я заметил уже. Это ремонтный. Так, тогда я туда им просто прохожу и все. Уходим, 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 уходим.
А тебя прошлый раз ядеркой завалили, кучу пацанов, или нет? Нет, я на две турели пулеметные нарвался. А. Так, money crate. Ну да, сейчас я такими темпами ядерку построю. Если мне сейчас денег дадут. О, их ядерку сейчас несем. Ух, ё-моё. Ну, как бы да, мы уже тут просрали парочку снайперов, так что ничего страшного. Если я парочку своих просру. Vehicle crate. Блин, еще харвестер. Вот я бы на месте, например, сделал бы два харвестера. Все вот эти одиночные миссии, которые есть, я бы их сделал бы сетевыми, с такой поправкой, что сложность выше и меньше сундучков, когда играют два игрока. Да, вполне возможно. Так, только главную базу завалить надо. Стоит об этом не забывать. У меня, блин, 3 снайпера осталось. Хреново. У меня тоже 3 снайпера. И один механик только остался живым. О, это плохо. Так, это ракетная. Я думаю, я не думал, что мы успеем строить. За 10 минут? Да. Ну, я потихоньку прорываюсь к нему. О, мне еще инженеров дали. У меня этих инженеров прям целая армия теперь. Так, это пулеметная. Пулеметную мы обходим. Так, один сгорит, ничего страшного. Надо ящик забрать. Блин, пулеметная турель, пацаны, быстро! А куда вы ушли, алло? Блин, что за бред, они ушли. Я им сказал, типа, валите, идите валить турели, они убежали. Нормальные вообще, ребята. Ладно. Странные какие-то. О, ящик с починкой, очень надо. Блин, переживи только последний проход, чувак. Я уже у них прям на базе. Я тоже к базе пришел. О! Пехота! И еще пехота. Так, ну я захожу к ним на базу. Капец тут туре... Ох, нихера себе, пацаны, все, это риф. Я так догадываюсь, нужно успеть вырубить электростанцию. Да ты что, охереть! Да тут не пройти, тут 8 турелей пулеметных. Как это вообще делать? Смотри, у них есть электростанции сбоку. Ядерками, ты, наверное. Должен был их вынести. А? Где? Я их выносил. А как же ядерка кинь на пулеметные турельки. А в принципе да, смотри, достраивается ядерка и двумя ядерками. А у меня не хватало денег на вторую. Куда мы пошли гореть? Да, если бы было две атомки, то, конечно, тогда бы легко было. Блин, я себя как-то прямо не так чувствую, товарищ атомный без атомки. Странно как-то, да? Вот, да. Необычное ощущение. А ты там на ремонт не тратил деньги? Нет, я ничего не ремонтировал. Ну тогда попробуй продать парочку турелей. Хотя, ладно, уже время. Хотя уже там 30 секунд, у меня ядерка. Можно было попытаться это там турели продать. Ну нет, этого не хватит. Ну, у меня 20 секунд. О, хватило. Ха. Ну как бы 3 минуты еще ждать у нас как бы не хватит. Да, терпения не хватит. Да не то, что терпения, а то, что... Да подожди, еще 5 секунд. Да то, что у нас как бы времени не хватит на то, чтобы добить штаб. Сейчас он только... Я зато знаю, что теперь можно... Тут здание можно продавать. Все, погнали. Полетело. Пошли. Поехали. Не уверен, что турели снес. А не снес. Снес. Да, две ядерки и все. Изи. О, дали все-таки ачивки. Разделить боли, товарищи, по окопам. Угу. Ну, можем попробовать и до золота, в принципе. Можно. Почему нет? И остальные миссии добить уже на золото, чтобы ачивку дали. Типа, молодец, да, вы прошли, все на золото. У нас тут получится вот эта миссия и еще две не пройденные на золото. Да.